Tak dúmajú, že my zaigrali dva rôzne tajmy. Prvý tajm, prvá polovina igry dla nás dúmajú slučila s neplocho. Zabili gól, aký je bystrie kontry i možnosti ešte do zabitia vtorého gólu, to, že byli, ale u nás sivodňa bol kaký brak kačestva technické. Mnogo lehkých patier miča i aj to nás cost a lot of it's cost us a lot of power. Je to stojilo na mnogých úsilí. Da. Поэтому в втором тайме, еще там первых 10 минут, там были три хорошие контры, но мы не ударили на ворота, и потом уже нам было очень сложно, когда власне, команда Факел нас прессинговала, давила перед нашим штрафным. Но можно сказать, что какие большие возможности для забития гола не было там. Всё, та наша защита решила хорошо, но и на последнюю секунду игры мы с быстрой контры забили гол на 2-0. Соперник сегодня чем-то удивил? Так мы знали качество игроков, как номер 15 Никитин, да, номер 87 в середине нападающего, номер 7. Качественных игроков. Я думаю, что та команда тоже пробует играть в футбол, такой технический футбол. Но это поле, как сказать, не так хорошее. И часами такие ошибки техники мы видели и сегодня, как у нас, так и на стороне Факела. Поэтому говорю, мы играли сегодня на въезде. Тяжелая игра, потому что Факел были нужны три очка победить, но мы бились до конца и сделали нашу работу и результат хороший. Заключительный вопрос от спортивного еженедельника игрок Воронежского. Крайний раз, когда к нам приезжал Оренбург, там главным тренером был Тимур Кидзбай, он сравнил ФНЛ с английской чемпионшип лигой. Ваше ощущение в ФНЛ, с чем можно сравнить, с какими европейскими, может быть, турнирами? Так, чемпионшип, все знаем, что чемпионшип – это очень сложная лига. Можно сказать, что лига, которая, да, другая лига ФНЛ, но качество и борьба, настроение физически, технически очень высокие. И то же самое можно сказать, вторая Бундеслига, то же самое, французская вторая лига. Когда идешь ниже, качество техники убивает и прибивает, такая борьба, хорошее физическое качество игроков появляется и думаю, тоже будет то самое, потому что здесь 42 игр, это как в Англии. Думаю, что это хорошо, потому что много игр, игроки не теряют время только тренироваться, но игры идут быстро. Сейчас мы играли сегодня, в среду играем следующую игру, да, в воскресенье потом следующая. Это тоже возможность показать себе игроки, которые сегодня были в камейке запасные, ну так можно буду в среду показывать себе на поле. Это хорошо для всех.